Tak si myslím, to jsme. Tak na to tvoje nervujte. Tak ona si. No vezmem tu pobřeť vzjetku. Nabavím 20 ničk svojich. Tak se u nás přibrosu. Я вот что не сделал, я не уволил зомби и не купил гулю, ну и хуй с ним, ладно. Значит, купим потом ее. Так, 20 мы потратим, останется 60, а гуль стоит сколько? 70 или 60 как раз и стоит. Да, 60 он, по-моему, стоит, точно. Или 7, да, 70 он стоит. Но десятку-то мы по-любому заработаем. Так что погнали. А Благого сегодня игрался уже. Блять, да, просто до херения. Единичку накидал в вагон. Ненавижу, блядь, цыган тут эльфов. Полетела монетка. Так, ладно, не написано. Думаю, собачка на лося побить. Я так думал. Да, побить собачкой на лося. Уси лося. Так. Попьем собачкой на лося. Так, а ты пойдешь сюда. Даже. Там, пам-пам-пам-пам. Да не ты, ёпта. Прикольно, сюда будешь стоять. Херня, да? Полная.
Ну, что делать? Ладно. Сейчас запинывание будет, бля. Для меня. Ну, конечно. Встречались мы уже сегодня с этой хуйней. Хорошие кубы. Душевные. Ноечка. Так, пускай бьют, если хотят. Так, похоже, зомбикам придется облицовываться. Давайте-ка сначала мяч защитим, потом уже будем блицевать. Эй, ладно. Да, может, блядь, собаку ударить. Придет карт. Пять плюс. Не ломаются, суки. Так, может, въехать, да? Папа, ну, милости просим, въезжайте. Там наркоманы, блядь, 4 плюс кидают, а уж 3 плюс, сам Бог велел. Титус, держись, Титус. Титус, Титус. Угу.
получалось. Что это дает, хуй я знает, не знаю. Давайте еще раз, только насмерть. Я же говорил насмерть. Нидлочка, хорошо. Только вот на скамейку запасных плохо. Остальные нравятся. Наши кубы пошли. Хорошие. Так вот, я не знаю, мы можем, в принципе, попробовать вывести этого эльфа за поле. Вполне. Либо блицануть этого. Ладно, давайте пока не встаем здесь, естественно. Так, можем мы здесь построиться? Этакой клеточкой. Оставшимися игроками. Ну, по сути, да. Так. Пом-пом-пом-пом. Раз, два, три, четыре. Не нравится мне дырочка будет. Будет дырочка. Надеюсь, не смертельно. Так, ладно, стоим. Дырочка, правда, нехорошая. Опасно, правда. Сие действия. Ну ладно.
Hey! Hey! Кричит так. Hey! Так, не стали перебрасывать, это мне нравится. Так. Так, рисовать не вижу смысла этого. На раз, два. Si le joueur débuchant du grand finira dans les tribunes, et connaissant les fans de Blackmore, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Поняли, о чем я думал, да? Так. Блиц, правда? Не нравится мне опять. Гордон. Нам его качать надо. Тоже. Так, взяточка принята. Так, там не буду быть. Не ходится. С полами, походу, надо пока повременить. Что-то не хотят ломаться, Эльдыры. Упс. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум.
Держим. Это шушуруба. Стоп. Понял. Хорошо, хорошо. Отлично. Мешки бьют. Тоже хорошо. Ладно. Поторится. Шоколадно. Так. Двойка. Люблю, блядь, трехковую, блядь.
из 9-ти кубов должны были найти. Зонг. Зонг. Плюс пожадничаем. Судья падла, сука. Подсосок, блядь, эльфийский. Пошла наркомания, блядь. Побьем обязательно. Лагер молодец. Какой. Так, узнаю. Лилу, блядь, вот эту хуйню 4-5 плюс. Ну и красные. Так. Наркомания, блядь. Ох, наркоманы, блядь. Так. Рост есть, травм нет. А хорош-то есть, да. Травм нет. Вот теперь нормально. Трейлер — это хорошо. Годится.
Так, ожидание сервера. Надеюсь, не у меня отвалилось. У меня, что ли, блядь? Ёб твою мать, блядь. Так, я вернулся. Вы не ждали, но я вернулся. Надеюсь, не успели соскучиться. Ребят. Ну чё, трёхкубовый. Так, команда встречает занос мяча стоя. В принципе, без разницы. Куда его не воткни, везде хорошо. Может, там кофе нету? Блять, а это кетчер. А я тут, блядь, куда у него ищу? Еще гард. Если доживем. Волонтерник там будут пытаться, наверное. Что мы можем противопоставить против волонтерня? Эти, блядь, как их зовут? Запрыгнут везде, блядь, по сути. Так, стоп. Этот гард, он будет красный давать, так что... так. Сюда тоже надо вставать.
Так еще сюда можно встать. Сюда. Сюда. Да, пускай запрыгивает, выпрыгивает, как хочет. Лишь бы плюс ход не дали. Надо еще срочно с темпером заводить, еще одним разживаться. Там смеется, бля. В красные будет, походу, толкать пробовать. Тут как ни крути надо, через зомби все это делать. А там, по-моему, не три красных, а два-то точно. В головке, наверное, все переворачивается. Чтоб еще придумать. Блять, плюс кидать, ёпта. Норм план. Так, без сюрпризов, всяких плюс ходов, там и прочих херапугина. Ага. Так, запрыгнул. Что там, блядь? Пятерку я убираю, нахуй. Чё наставили? Хуй. Хуй его знают, сами не знают, чё наставили. Наставили, чтобы было, как говорится. Ну ладно. Кто там геометрию принимал? Вот этого надо было ставить сюда, и все. И все делов-то, блядь. А это уже сложно побить. Давай. Дабл черепа, чтоб сдохнуть. Реально, Эльдера. Пам-пам-пам-пам. Пристала эта мелодия.
какой-то толстый зомби вышел. Охренел, что ли? С пятью из КП тут, блядь. Толстый, 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 и ты тоже толстый зомби. Так, сторож, а ты кто? Кочегар. Ладно, сторож. Он на то и сторож. Так, ноунеймы. Пускай идут нахуй на лоз. Пришли. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, по центру могут рашить, ну и пускай рашит. Заставим по-быстренькому занести их. Чтоб они успокоились, нахуй. Чтобы мячик выбить, они ведь все равно подберут на 2 плюс. Хуй вдвоем там играет, блядь, а ходит медленно. Что за хуйня? Давай-ка, вот. Пёсик, молодец. Блиц, правда, на машинке не получилось. Ой, блядь. Интрига. Новичка, хорошо. Эльфы серьезно решили поиграть на лосе, повалять, ну побить. Ой, господи. Надо попробуем завтра отдохнуть от подбола. Мяч. Так, прорваться им не удалось, это хорошо. Очень хорошо. Клеточки, хуеточки. Клетки, 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 бля. Как метрополитене вагонетки. Спас играет, смотри-ка. Вообще оборзили, бля. Давай, фолья. А когда найдет, а когда пройдет такая мода, я надену трубу с пароход, да. Да. Первый альбом, по-моему, любой. 90-й год или 89-й. Тоже тогда у меня было, ёб твою мать, просто ёб то масло.
ёбаный кетчер. Диспетчерля. Дай девушку на вечер. Так, ладно, диспетчер. Так, ну все, нам, блядь, масленица. Да, не все нам масленица. Даже не знаю, что же сделать. Ладно. Сыграем сейфом, пустим. Блок потрачен, ой, будем раз потрачен, так что... И на место нахуй. Пускай. Верхом вперед надо бежать, а не нам. Он нас продолжает бить. Мы будем совать. И тогда Талова. Бойта. Хорошо. Сюда нас ложат, да? Так, тельце забежало одно. Ну и хер с ним. Понятно, сейчас наркомания пойдет, бля. Он на мяч давит. Мы даем на мяч, вызывая давление на клапан у оппонента, который приведет к быстрому заносу. Как бы норм. Наркоманы. Еще раз. Мне на кафе упасть надо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум.
очень сильный оппонент или оппонентка. Без разницы, бля. Наркомания ебаная. Так. Что нам сделать? Как нам будет, блядь? А вот так вот, нахуй. Нам быть. Блять, нельзя занимать. Так, встаем. Встаем. Ладно, ёбнут это лонера. Хотя нет. Раз, два, два плюс надо кидать будет. Так, зона всевозможного этого, как его, выпрыгивания. Встанем сейчас сюда. Зона всевозможного выпрыгивания, запрыгивания. Так, конечно же, блядь. Мы не можем, блядь. Кинуть, блядь. Два плюс. Говна накидал, блядь. Чуть ли не до 5 плюсов, блядь. А мы, блядь, 2 плюс не можем кинуть, блядь. Блядь, все, как же лобов дебилов любит. Господи. Да, блядь. Ага. Синий лонер только Валуев, нахуй. Пиздец просто, блядь. Просто пиздец. Не иначе, блядь. Это не назовешь. Так.
quiser. Да не сломался микрофон. Это состояние мое. Именно вот так звучит. В котором я нахожусь сейчас. Так ты качнулся. Но это... Так где пятиотдельный двойки? Пятиотдельные горизонты. Скажешь тоже. Ладно. Наркоматоз. Поехали. Дальше. Так, собачка. Вот сюда должно вскочить, нах, я чувствую. Или ощущаю, не чувствую. На всякий случай, вдруг не уронит Уайт. Блять, я здесь зря. Подвинулся, ну ладно. Угу. Хороший мячик. Так, не хотят. Да, наверное, лучше так. Так, что, бля, сюда, что ли? Так, 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 так. Хрест, 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 и все. Больше ни хрена. Так, мяч подберем все-таки блоком. Никаком с блоком лучше. Потому что сейчас вот начнут прыгать в клетку. Если у меня такое предчувствие. Как пить дать, да? Так, песик. На всякий случай. Так, сколько нас, сколько их? Нас меньше, да? Стало бы. Ладно, я попробую еще раз.
Так, ну размен. В принципе, один на один. Как говорится, пудом судом. Так, ладно, выключу войс. Ладно, выключи войс, ладно, так. Уговорили. Выключил. Так лучше? Ай, молодца! Эльфы тоже молодцы. Не подводят. Конечно, было бы хорошо, если бы он покалечился. Ну, там, как-нибудь. Гематома, допустим, на заднице какая-нибудь. Так хочется псом блицануть, но... Что-то останавливает. А что, не знаю. Что-то останавливает. Ладно, блицану псом. А может, не блицану. Блять, ну мы приедем в гости прямо. Вот чё, бля. Так, ладно, блицанем не псом. Блицанем нормальным человеком. Патологоанатомом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Так, дай пройти сначала мячику. Полез тут клетку закрывать. Ишь ты. Какой быстрый. Ишь ты, какой быстрый. Так, давай, подержи его за всякое, ну так, на всякий случай. Ты, гард, давай вставай сюда, ты здесь нужен. Ну ты понял, зачем? Чтоб красные были. Так, ты воткнешься сюда, подержишь. Так, а тебя куда определить, дружище? Ну, тебя сюда, ладно. Чтоб тоже тебя не били. А тебя, ладно, давай. Так уж и быть. Подставлю. Сторожить будешь. Хирделя. Убегает. Мувный. Вардансер. Он настолько мувен,
Это неприличие. Сейчас будем вот этой клеточкой тихонечко так. По две клеточки, по три. Вперед, вперед. О-о-о-о. Так, ловите наркоманов. Так, ага, ага. Это уже наглость, блин. Наглость. Пум-пум-пум-пум-пум. Рум-пум-пум-пум. Блять, можем сюда затолкнуть, да? Не есть хорошо. Так, допустим. Ты сюда? Раз, два, три. Чё-то далековато, бля. Мне так кажется. Для некоторых. Для некоторых будет далековато. Сейчас, как говорится, одним ударом. Освободим Васю. Маркус, вернее. Пардон. Этого Маркус. Это не Василий. Так, а с той стороны будет не красные. Ну, мы тогда в один куб будем рисовать, как отбитые. Сделаем, как говорится, ход коням. Вот здесь, в эту клетку, чтоб тут, потому что однокубовый может быть, а здесь красные. Как ни крути. Заткнем, так что заткнем. Перебрасывать не буду. Ну и не надо, говорит. Наркоманы, говоришь? Мы тоже умеем так. Гулю, наверное, похоже, покупать надо. Пора. Дын, ты, дын, 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 пам, пам, пам. Так, пальцевать будут, наверное, байта.
я так думаю. Да. Лицуют его. Гады такие. Так, ну держи его, мне-то чё. Нам бы как бы, блять, ради бога. Хозяин барин. Эй! Эй! Кричат они. Так, а вот это плохо. Это нам мешает. Это нам будет мешать. Это нам будет мешать. Да, и он останется тут. Вот что. Блять, везде одни контакты, блять. А если вот так? Ладно. Как не примиряйся. Как не примиряйся. Лучше не сделается, бля. Да, лучше. Стоп. Пустите дядю. Так, без наркомании обойдемся. Однокубовый не люблю. Запрыгнул. Там шестерка, да? В один куб. Конь. Я увидел, блядь. Что же еще может быть, блядь? Так, ну, скатер заебательский, если сейчас. Чего-чего, а вот скатер хороший. Дальше вот не знаю, что будет.
Так, а вот это уже не очень, скатер. 4 плюс наркомания. Начну любить эльфов и эту игру еще больше, если сейчас прокинут это. Вот эту хрень. Опа! Все-таки, блядь. А нет, блядь, смотри-ка. Все-таки Нафл Фраер. Лонера перебрасывать. Хорошо. Теперь как бы тут всех развалить, вот чего. Так, за всю боль. Нахуй. Так, встанем, наверное. Появятся кубы. Немножечко. Да, немножечко появятся кубы. Так, сначала здесь тогда. Блять. Бля, придется бить им. Этой собакой. Блять, а я не хотел ей бить. Вот так тогда, чё ж. Ля Паша. Трехкубовый, нормально. Теперь осталось подобрать и воткнуться. Давайте вот без этой херни, пожалуйста. Ну все это ГГ, блядь. Это ГГ. Сейчас убежит, блядь, в закат нахуй. Тут стрелок за глаза. Угу.
Теперь кетчер подбирает и выходит в закат. Если только 1-1 нас спасет. Да, блядь, да я же побегу сейчас за ним, блядь. Я даже блицевать бы не побежал бы. Потому что меня неким, нахуй. Я же не такой мастер, блядь, 5 плюс кидать, блядь. Так. Ладно, блицанем тогда просто. Не так, не так, нах. Ты что, бля? Ты что, шведушка? Так, горда я потратил просто как инвалид. Музей бы мог побить еще. Ладно. Так, борьбу выбирать. Молодец. Молодец. Ну что, сгущаем краски? Аптечки нету. Должен сдохнуть. Нам нужны люди. Все фолы под свисток. Просто 3 плюс зафейлило всю победу. Даже переброс был. Ладно, ну и хрен с ним. 3 нокаута у нас и 1 травма. Сегодня просто день такой вообще отвратительный в игре. Как говорится, наелся большой ложкой.